Как церковь относится к преступникам? Как к первым, кто вошел в Царство Небесное. В него вошел преступник. Если мы читаем евангельское повествование, когда Господа распинали, то мы видим, что справа и слева от него висели два преступника, осужденных, так же, как и Господь, на смерть. Но если Господь был без греха, и его осудили по клевете и зависти, то их, этих преступников осудили по заслуге. И преступник, висевший справа от Господа на кресте, он так и говорил, что своему другу слева висевшему и хулившему Господа: «Чего ты его хулишь? Мы-то по заслугам получаем, он-то безгрешен, его ни за что осудили». И в этот момент он покаялся, сказал: «Помяни меня, Господи, когда придешь во Царствие Твоем». Господь ему ответил: «Ныне со мной будешь в раю». И на основании этой фразы мы понимаем, что первым, кто вошел в Царство Небесное, был этот преступник, покаявшийся на кресте. Но преступник преступнику рознь. Тот, который слева висел от Господа, не покаялся и пошел в ад. Поэтому, как и в жизни каждого человека, в том числе и у преступников, есть вот эти две стези. Стезя покаяния и стезя пребывания во зле. Тут надо четко понимать, и каждый из людей, в том числе и в преступном сообществе, должен знать, что рано или поздно придется давать ответ за свои поступки. Какой вы совет дадите людям, которые так или иначе соприкасаются с преступным миром? Вы знаете, вот есть болезни телесные. Как мы относимся к людям, которые болеют, ну, допустим, хромают, или там без рук, без ног, или у них там отсутствует разум, да, психиатрические больные, так сказать, люди. Мы к ним относимся с пониманием и с жалостью, а значит, с любовью. Вот преступники, на мой взгляд, они тоже являются в какой-то степени больными людьми, потому что у них какой-то перекос в какой-то из моментов жизни, произошел перекос в их душе, который привел их на эту стезю. И в дальнейшем он только усугублялся, этот перекос. Конечно, их жалко. Прежде всего жалко, потому что они живут вот без того счастья, которое могли бы иметь в жизни, как обычные люди. Но, с другой стороны, конечно же, им надо всегда напоминать о ответственности. Бог есть любовь, но Бог есть и правосудие, от которого никто никогда не убегал и не убежит. И это надо помнить. И вовремя воспользоваться любовью Божией, не подпасть под Его правосудное наказание.